наконец дошла до меня коробочка Beauty Box. Сейчас мы ее попытаемся вскрыть. Это уже вторая посылка, о которой я говорила ранее. Три почтовые коробочки у нас. Самая красивая коробочка красоты. Вот она. Симпатяночка наша. Как видно, совместно с Cosmopolitan. Что у нас внутри? А внутри у нас приветствие и много красоты. А именно, духи Hermano Cervino. Вот такой вот пробник. Дальше идет у нас... Так, sleeping mask, ночная маска, пользуйся правильно, сканируй камеру смартфона, круто, инструкция в вебе. Дальше у нас идет отзейтун шампунь, мы уже такой тестировали, будет проще написать отзыв. Дальше у нас идет, что же такое, тоник. Так, дальше у нас что идет, нежный гель для интимной гигиены, круто, нужная вещь. На обзор всегда подойдет. Тут у нас средство визуального увеличения объема губ. Это что-то любопытненькое. Круто. Интересно. Далее у нас идет от Urage маска ночная. Так, дальше что у нас есть? Пенка для умывания. Круто. Так, и что-то у нас? Крем. Видимо, для рук крем. Нужно будет... Крем для лица с фильтратом секрета улитки. Классно. Посмотрим. Дальше, что у нас есть здесь? Так. Что это? Лосьон. Лосьон, да. Крем и лосьон для рук и тела. Окей. И карандашик. Карандаш для глаз, скорее всего, или для губ. Неизвестно. А, реснички. Ой, скрылась. Обычный карандаш. Совершенно обычный. Вот такая вот у нас посылочка в этот раз получилась. Менее масштабная, чем первая была. Но не менее интересная.